Шо мы, блядь, тут ФНАФ смотрим? Почти 2,5 ляма просмотров. Да вы еще ебанули, сука, за один день-то. Это щуки, блядь. Что с ней стало, нахуй? Когда? Когда? Здорово. Буквально вчера на официальном канале SteelWool вышел трейлер FNAF нового DLC. И сегодня мы с вами сделаем на него реакшн, заценим какой это трейлер вообще, какой DLC. Но прежде чем мы начнем смотреть трейлер, ставь лайк под этим роликом и оформляй subscribe on this channel. Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin DLC Gameplay Trailer. Сейчас мы с вами его заценим. Он собрал уже, кстати, немало так просмотров за один день. Почти 2,5 ляма просмотров, да вы еще еб... Сука, за один день-то! Можно мне, пожалуйста, столько же? Ебать, а это чё за чучело? О, ебать, это кто? Это новый персонаж, что ли, типа, или чё? Это всё газетами, Кейси, нахуй, заклеено. Я надеюсь, ты получишь это сообщение. Я в ловушке. Здесь, в пиццаплексе. В том, что осталось от него. У меня нет времени объяснять, как я сюда попал. Но ты должна помочь мне выбраться. Спаси меня, Кейси, пожалуйста. Здесь очень страшно. Ну, я так понял, это все развалины после той самой каноничной концовки, где мы с Федором убегали. Это щуки, блядь. Что с ней стало, нахуй? Теперь понятно, как она без маки. А у нее, блядь, вообще пол руки нету, нахуй. А это типа новое устройство, что ли, какое-то? Это Фредди? Это Фредди! Ебать! Фредди станет нашим врагом! Все, пиздец! Это разрыв теории, нахуй! Это разрыв всей игровой индустрии! Глэмрок Фредди станет нашим врагом, ребята! Вы представляете? О, вот, кстати, это чучело с превьюшки. А это кто, блин? Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Ну-ка, ну-ка, смотрим, когда выйдет. Когда? Когда? Стопки на жопу! Ебаный рекламу, блядь. Ты все пропал, блогер, на сайте. Да, пизда. Пизда, а где точная дата? Июль 23-го года. Я знаю, ваш июль сейчас перенесут на декабрь 23-го года. Мне вот интересно одно, что вот это типа новый игровой персонаж, мы за него играть будем? Это похоже на какую-то финальную касцену, ну типа она спрыгивает, уходит, все такое. Но еще здесь есть голос Грегори, он тут сказал то, что заперт в компе. Они походу с Федором так и не сбежали. Видимо, не получилось, миссия фейлит. Но она тут почему-то без Грегори. То есть она ему либо не помогла, либо тут две концовки, и это как раз таки плохая, где Кэсси уходит без Грегори. Не, ну кадры, слушай, хорошие, типа, кадры реально хорошие. Замечательно, поразись. Все такие развалины, все такое, прикольно выглядит. А вот мне интересно, что это за устройство? Это типа будет наш универсальный ключ, которым можно будет открыть проход в любую жопу, что ли, или что? Или может мы аниматроника сможем обезвреживать, я не знаю. Сзади к ним подходи, как в Atomic Heart, блядь, и сделать это анальное проникновение. Подожди, это Монти? Ебать, он еще хуже стал. Ему, блядь, ноги оторвали. Сейчас еще и кожу сорвали с него. А мне интересно, вот это вот где? Это похоже на... Не знаю, на гольф Монти это похоже. Ну да, типа вот тут зеленая какая-то херня. Это либо новая локация, либо это просто, не знаю, какой-то очень поебанный аллигатор. О, блядь, увозят ее нахуй. Просто, блядь, увозят шалю. Депортируют, блядь, на запчасти. Вот это вот реально по ногам похоже на Федора. Ну, типа, вот, фиолетовые и желтые ноги, типа. Это либо касцена, где он на нас нападает, либо касцена, где он у нас просто это помогать нам будет. Также мы в пузо будем рожать, блядь, и потом выпрыгивать из него. А вот здесь, вот, кстати, на этом моменте не похоже, что она злая. Девка это взяла ее за руку, и она, типа, просто даже нихуя не сделала, типа. Может, типа, мы за всю игру, не знаю, как-нибудь подружим всех этих. И этот, кстати, не знаю, как-то. Нейтрально, что ли. Так. Это чё, мы маску... Это мы маску надели? Подожди, это, по-моему, маска той крольчихи. Маска Вани, по-моему... Да, смотри! Это маска Вани, блядь. Так вот, кто все это время скрывался за маской. Теоретики все эти уебаны. На самом деле, за маской скрывалась маленькая пиздючка. Ахуй. А вот мне интересно, кто это? Это, походу, наш главный антагонист в игре будет. И его скример. Ну, хорошо, трейлер хорошо сделан.
намного лучше, чем предыдущий. Разработчики довольно много уделили времени DLC-шке, типа, они ее уже 1.5 года делают, и выйдет он только в июле, то есть еще 2 месяца ждать. Я не понимаю, блядь, почему все игры запланировали на июне? CS 2 в июле выйдет, FNAF в июле выйдет, DLC к Atomic Heart в июле выйдет. Вы что, блядь, сговорились, что ли, все, или что? Можно хотя бы какую-то очередность соблюдать. Но я надеюсь, вам понравилось это видео, ссылка на трейлер в описании под этим роликом. Ну и лайкос не забудьте поставить ему. Пока! Ну и говно, конечно, этот трейлер, блядь, FNAF для детей. Все, FNAF скатился, фу-фу. Cooking up dope in the car.